Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна, но только все не впрок. И в сердце льстец всегда отыщет уголок. Вороне где-то Бог послал кусочек сыра. Наель ворону взгромоздясь, позавтракать было совсем уж собралась. Да призадумалась, а сыр во рту держала. На ту беду лиса блесёхонько бежала. Вдруг сырный дух лису остановил. Лисица видит сыр, лисицу сыр пленил. Плутовка к дереву на цыпочках подходит, вертит хвостом, с вороны глаз не сводит и говорит так сладко, чуть дыша: «Голубушка, как хороша! Ну что за шейка, что за глазки? Рассказывать так право сказки, какие перышки, какой носок, и верно ангельский быть должен голосок. Спой, Светик, не стыдись. Но ежели сестрица, что при красоте такой, и петь ты мастерица, ведь ты б у нас была царь-птица». Венщуни нас похвал, скружилась голова, от радости в забу дыхание сперла. И на приветливые лисицыны слова ворона каркнула во все воронье горло. Сыр выпал, и с ним была плутовка такова.